Привет всем. 8, что у нас, декабрь, да? Декабря. Офис. И Михаил у нас сегодня читает, как обычно, стих. Нас не нужно жалеть, мы сами себя не жалеем. Мы пред совестью нашей и пред Господом Богом чисты. Мы не верим в вранью, предавать уж давно не умеем. Мы идем сквозь молчание, и пылают за нами мосты. Сквозь молчание близкие глумления, зло и презрение. Мы свободные люди, и нас ненавидят рабы. Мы несем им надежду, мы знаем, настанет прозрение, и они встанут рядом, но пока они слишком слабы. Это наша судьба, мы себе ее выбрали сами, доносить людям правду, идти несмотря ни на что. И порой отчаяние горло сжимает тисками, но ведь если не сможешь, ведь если не ты, тогда кто? Пусть живые запомнят, как мы мертвых своих хоронили, как нам было непросто, как жены рыдали на взрыв. Нас не нужно жалеть, мы бы, может, давно отступили, когда если не долг. Да пред нашими мертвыми стыд. Это новые деньги. Уже сейчас вся страна расплачивается ими наравне с долларами. Многие предприятия выплачивают ими зарплату. Через полгода, нет, раньше, билеты МММ автоматически станут доминирующей валютой этой страны. Ну и... как же вы собираетесь, так сказать, с этими вашими мамонтовками? Необходимо начать массированную реализацию акций МММ на Западе. Пример фантастического успеха здесь, в России. И агрессивная, круглосуточная, правильно выстроенная рекламная кампания, и сотни миллиардов долларов вольются в нашу экономику. Привлеченные возможностью поучаствовать в приватизации наших огромных природных богатств, земли, научной и космической технологии. Вкладчики по всему миру превратят МММ в крупнейший аккумулятор денег. Я повторяю, в крупнейший за всю историю человечества финансовый фонд. Государство получит огромные деньги, огромные. В считанные месяцы вы забудете и о дефиците бюджета, о невыплатах пенсионерам и так далее. Зачем качать нефть, если можно качать деньги? Мамонтовка станет альтернативой доллару, новой мировой валютой. А Россия станет не менее мощной сверхдержавой, чем США. Не за счет военной силы. Смешно в 21 веке воевать в кирзовых сапогах, а за счет финансовой мощи. Социализм в прошлом. Капитализм еще не наступил. У России есть уникальный шанс превратиться из сырьевого придатка Запада в финансовый мировой центр. Мне от вас нужно только одно. Законодательное обеспечение билетов МММ государственной гарантии. Самое простое и эффективное – это использовать в качестве гарантии землю. Она сейчас ничья. Никак, никем не обрабатывается. Объявите всему миру, что билеты МММ гарантированной землей шестой части суши, и алчный Запад вольет в вас не миллиарды, триллионы. Физические связи с моими навыками и наработками. Все расчеты я могу вам предоставить. Есть уникальный шанс превратиться из сырьевого придатка Запада в финансовый мировой центр. У России есть уникальный шанс превратиться из сырьевого придатка Запада в финансовый мировой центр. Друг, мы меняем мир, мы вместе это сион. Можем много верить, только мы не победим. И пускай любые штормы думают и не поможет. Как сидели на ноги, сорвают финал свою. Живот, мы меняем мир, мы вместе это сион. Можем много верить, только мы не победим. И пускай другие штормы думают и не поможет. Как сидели на ноги, сорвают финал свою. Все так сложно, все так круто, сколько проблем за вас. Просто встаньте на время, пользуя нефть и весь газ. Нам не нужны ваши мысли, ваши советы и страх. Дети, жена и кредиты, вот чем болит голова. Мы это устроим барану, нами нельзя управлять. Мы не хотим больше слушать вас, не хотим вспоминать. Вы-то решайте свое, мы тут решим за
долгих тысяч лет. Действовать. Победа будет за нами. Я последнее вы даю. Вы подвиги славные. О, поднимайся, страна, все раз.